Человек. Так, Максим, что касается паспортов, это просто очень неудачный термин, кто-то употребил там в Европарламенте, паспорт хорошего русского, конечно, это будет не так называться, но со временем, конечно, о паспортах для россиян уехавших задумываются. Почему? Потому что вполне российские власти могут пойти по пути белорусских. В Белоруссии сейчас принято решение тем, кто уехал, не возобновлять паспорта. И дальше да, мы представьте себе говорили. Сотни тысяч людей оказываются в безвоздушном пространстве. То же самое было после Октябрьской революции. Гражданская война, миллионы уехали. Тогда появились нансеновские паспорта. Их выдали за все время 450 тысяч в основном иммигрантам из Российской империи. И такие паспорта были у таких достойных людей, как Бунин, Репин, Набоков, Марк Шагал. Но в основной массе люди все-таки получали уже получали убежище, соответственно, паспорт. Да, но тот же Бунин жил согласен. Во Франции, французского паспорта у него не было. Перечисленные нами сейчас товарищи, они могут претендовать на получение такого? Слушайте, да мне на них, знаете, наплевать, насколько.